конструктор Лего нашей реальности. В нескольких книжках и на моем сайте есть такая метафора про то, что когда-то на каком-то этапе практик самостоятельных, либо с психологом, когда мы что-то делаем, да, мы доходим до состояния, когда мы начинаем свою реальность вот как будто как конструктором создавать. Сейчас вот хотела немножко про это пояснить. Раньше в предыдущих книгах я основной акцент делала вот про ДПДГ, как будто эффективность ДПДГ там процентов, ну скажем, на 90, а перепись, которая дополняется к ДПДГ, она ну как будто там плюс 10% пользы. Последнее время, вот чем больше там с каждой новой с каждой новой сотней часов самостоятельных практик ДПДГ, я, ну, наблюдая, как меняются внутренние ощущения, внутренние состояния, уже перехожу в другую пропорцию, в другое понимание о том, что для меня сейчас уже ДПДГ эффективность процентов 5, а процентов 95 эффективность за счет переписи. Что такое перепись? Еще раз немножко, да? Например, предположим, у человека была какая-то психотравма, предположим, там кто-то рано ушел из родителей. Например, было 15 лет, и там, допустим, мама умерла. Ну, либо папа, либо другой возраст, ну, любую, да, ситуацию можете примерить на себя. То есть любая какая-то травматичная ситуация, которая влияет потом на весь дальнейший сценарий жизни, на всю психику, то есть она начинает очень сильно давить. А что такое перепись? Допустим, в ДПДГ, ну, конечно, мы там, все, что касается там ухода родителей, мы, конечно, это делаем сначала через стулья, но остается еще, как правило, много достаточно ситуаций, которые желательно отработать через ДПДГ. Там, а мне не хватило того-то, того-то, поехали. А вот если бы она была жива, то я бы, не знаю, там, вот это бы к ней, например, к маме приходила и спрашивала, советовалась бы там, да, и опять этот дефицит, эту боль мы раз опять убираем. А мне бы хотелось, чтобы она, не знаю, там, внука, например, на руках понянчила, она его не увидела, потому что она умерла, и поехали. И то есть там много остается каких-то дефицитных точечек, которые не срослись, не сложились, и их через стулья не уберешь. То есть через стулья мы можем договорить что-то, допроживать, догоревать, да, но дефицита там мы не достроим. И его можно делать, боль от дефицита мы можем убирать, но в этом месте, если мы дополняем еще переписью, там происходит какой-то невероятный, там эффект, я сейчас говорю, у меня мурашки начинают идти, там происходит какие-то такие феномены нашей психики, когда человек не про сначала заходит в боль, ну, например, я бы хотела, чтобы ты там, ну, допустим, умершая мама понянчила там моего ребенка на руках, да, разделить с тобой эту радость, или чтобы ты, не знаю, побывал на моей свадьбе, например, да, на которой ты не была. То есть мы боль сначала мы погружаемся, вот это горевание, одиночество, то есть сначала в дефицит погружаемся. А вот и в этот момент, когда мы погрузились, мы начинаем достраивать внутри фантазии свои, ну, как бы картинку. А я представляю, что мама все-таки была на моей свадьбе. И в этот момент начинаются такие ни с чем не передаваемые ощущения. Или, а я вижу, например, как, предположим, все-таки мама нянчит этого ребеночка, да, что она его все-таки взяла. То есть вот этот весь дефицит, который не состоялся, мы начинаем его переконструировать, представлять, что это было. То есть вот этот элемент я в книжке во второй ДПДГ профи 2, я его и описала как перепись сценария, я его назвала. Может быть, кому-то не совсем корректно это покажется, но неважно, да. И когда мы вот самые глобальные дефицитные точки начинаем вот так переписывать, как правило, там идет сначала. Ну, как правило, в этот момент сидишь там минут 5, просто ревешь. Вот просто плачешь. То есть идет как будто вот наполнение. И у тебя вот внутри прям ощущение, как будто какая-то засохшая часть твоей души, которая была уже как вот, ну не знаю, как корни какие-то засохшего дерева, и как будто это наполняется какой-то жизнью, силой, энергией. Ну, то есть там ты там начинаешь просто плакать, реветь. И самое интересное, что у нас таких точек внутри, в душе, вот я сейчас сказала просто про уход родителей, да, болевая такое место, да, но на самом деле даже у кого родители живы, у нас у каждого человека этих дефицитных точек, которые мы даже иногда не подозреваем.
их сотни и сотни и сотни, вот этих вот засохших, пустых стаканов, пустых тарелочек, даже и не в курсе, что они есть. Иногда мы их случайно обнаруживаем через других людей, и вот если каждый раз это наполнять, то там приходят какие-то невероятные ощущения внутренней, какой-то такой нежности, какой-то такой наполненности, какой-то... То есть это очень сложно передать словами. Вот люди, которые прочитали во второй книжке и попробовали, то есть я иногда, когда получаю отклики людей, что Валентина, я там прочитал, я попробовал, то есть там идет такой шквал как бы эмоций, то, что человек, это даже один раз. А теперь представьте, если наполнится таким образом десятки, сотни раз. Как это может быть, вот, ну, то есть не только в травматичных ситуациях, а ну, в любых. Недавно на себе тоже в очередной раз прочувствовала это. Получаю смс-ку, там записалась на вокал, от которого уже после этого решила отписаться. Да, записалась на вокал, посторонние люди совершенно. У них-то принята манера такая странное общение, ну, бывает, да, когда люди друг друга там называют, даже не зная там, как вообще зовут человека, начинают «Зая», «Солнышко», там «Моя хорошая», там, то есть, ну, общаются вот таким образом, да. А у меня как-то в этом месте субординация чуть-чуть немножко это, по-другому, и когда я получаю смс-ку, получаю, я говорю, я там не приду на занятия в воскресенье, мне некогда, при этом я даже не очень понимаю, ну, там, администратора, не помню, как зовут, и не помню в лицо, ну, так что-то мелькала толпа какая-то, и все. Получаю смс, хорошо, солнышко, жду тебя через неделю, я понимаю, что я замерзаю с этим телефоном и стою минуту на него, торможу, смотрю, как меня сейчас называли, кто... Простите, и я понимаю, что у меня шоковая ситуация, но ну, так, подожди, а что, а про что шоковая? Да, я понимаю, что тоже какая-то часть моей души в этом месте сухая. И я такая, так, подожди, то есть как будто бы ей нашла через случайное какое-то обращение других людей. Я обнаруживаю какой-то свой собственный дефицит, думаю, а называл ли меня вообще в жизни так кто-то? А кого бы я хотела это услышать? А назвал ли меня когда-то там, не знаю, папа, мама, бывший муж там, и так далее. То есть вот я понимаю, что да, у меня этот замороженный телефон в руках, думаю, так, подожди. Вот я, допустим, через ДПДГ, грубо говоря, грязные тарелки помыла, да, если что-то нехорошее в мою сторону говорили, я это очистила. Но сама эта тарелка не наполнилась, а там по-прежнему пусто. И вот это пусто, ее просто через ДПДГ не отработаешь. Это вот это пусто можно наполнить через вот эту перепись. И тогда я сажусь и начинаю представлять, что люди, которые мне дороги, называли меня так, как вот, например, я получила по этой смс-ке, да. И тогда там приходят очень странные ощущения, вот те, о которых я писала. Вот как наша душа умудряется вот, прожить это, как будто это на самом деле было, это просто феномен. То есть у меня нет объяснения, каким образом. То есть наша психика – это что-то вообще невероятное. Ой, у меня через 5 минут консультация. Надо успеть. У меня был перерыв 30 минут, за который я успела капусту поесть. Тушеную, вкусную, спасибо моей помощнице с кабачками, которую я приготовила. Немножко отвлекла вас. На самом деле, когда хочется сказать что-то снова по видео, я понимаю, что мне как будто даже больше хочется поделиться не столько информацией, сколько состоянием, сколько настроением поделиться. Потому что в первую очередь, при любом общении, мы в первую очередь, ну, энергия, наверное, обменимся, не столько, сколько информацией. Поэтому сегодня мне точно было чем поделиться, хотела с вами поделиться. А иногда, когда думаю, закончила недавно свой марафон, который называется «Зависимости», и задавала себе вопрос, думаю, завишу ли я еще чего-то там, ну, не употребляю, там, не курю, не выпиваю, там, сахар давно не ем и так далее. Думаю, а есть еще хоть какая-нибудь зависимость в моей жизни, которая вот, от которой я, правда, вот прям завишу, да, от чего-то. Я поймала себя точно на мысли, что я точно завишу от своих вот этих марафонов, от ДПДГ, особенно от переписи, когда получаешь вот эту энергию, когда вот что-то сухое внутри души, когда это находишь и наполняешь. И это, конечно, вот я точно на этой штуке завишу, я точно от нее кайфую так, как, наверное, ни от чего другого.